Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня приготовим пирог с мясом, с шампиньонами, с сыром из бездрожжевого слоеного теста готового. Давайте готовить. Вначале я порежу лук и грибы. Порежем произвольно, мелкими кубиками. Нарезаем лук. Лук слегка обжариваем на растительном масле и добавляем сюда порезанные грибы. Солить, поперчить и обжаривать. Ну вот, 8 минуточек где-то жарилось, все готово. Сейчас будем добавлять фарш. Ну вот, смотрите, 200 грамм фарша, 200 грамм шампиньонов у меня было. Сейчас все это перемешиваем, еще солим, перчим. Кладите свои любимые специи, можно зелень. Так, тесто у меня тут 500 грамм. Раскатываем в прямоугольник. Смотрите, такой пласт получился. Теперь нарезаем его полоски. Такие 4 полосочки у нас вышло. Сейчас в серединку будем закладывать нашу начинку. Сверху посыпаем сыром. И будем защипывать краешки, делать такую трубочку. Вот видите, такая колбаска получилась. Вот так вот улиткой сворачиваем, выкладываем ее на противень. Вот такой пирог у нас получился, улитка. Сейчас смажем его взбитым яйцом. Все. Духовка разогрета до 180 градусов. Ставим его на 30 минут. Ну вот, смотрите, такой пирог у нас красивый получился. 40 минут при 180 градусах пекся. Рецепт я оставлю под видео в описании. Вот, смотрите. Сочный, вкусный. Очень вкусный. Попробуйте, приготовьте. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.